Информационная провокация. Интернет-издание «Думская.нет», подконтрольное сыну мэра Одессы и самому молодому зампреду областного совета, обвинило лидера партии «Родина» Игоря Маркова в связи с криминалитетом. В частности, «Думская» опубликовала статью, в заголовке которой приводится цитата российского политолога Сергея Маркова, якобы взятая из его интервью украинским СМИ во время недавнего пребывания в Крыму. Чтобы выяснить достоверность этой информации, корреспонденты АТВ связались с экспертом по телефону лично. Вы знаете, ну, во-первых, я не был в Крыму уже полгода. Во-вторых, я мог обвинять в связи с криминалитетом Миринского, да? Но Маркова, моего однофамильца из Одессы, такой связи я, конечно, обвинять никоим образом не мог. Потому что какое-то искажение цитаты, либо мне приписано чужая цитата.